Далай-лама однажды сказал, что счастье – это то, что ты говоришь, делаешь и думаешь, находится в гармонии. Мы очень много двухликие, трехликие на работе. Мы одни говорим, что ценности такие, на самом деле не другие. Пиджаки нас сильно загнали в стереотипы. Вот, допустим, то, что я вчера на GSA мы победили, я вышел вообще в кимоно и босиком. Это вообще разрыв шаблонов. Брэнса там побыл стюардессой целый день, да, то есть такие вещи. Ну, все это разрывает. Мне кажется, не должно быть ограничений. Если ты хочешь закричать, закричи. Не должно быть ограничений. И потом касательно, что такое вообще счастье. Вот мне нравятся слова Довганя. Он говорит о том, что смысл жизни, как и счастье, его нельзя найти, его можно только создать. Поэтому еще про счастье. То есть есть счастье, есть антипод гнев. Да, то есть чем меньше ты гнева испытываешь, тем больше счастья в твоей жизни. Ну, как мензурка, да, в которой все это. Ну, какие-то такие вещи. И вот это классный вопрос, мне очень нравится. У меня у самого блог на Ютубе о конверсии. Руслан Татунашвили, заходите. Я там на тему счастья, бизнеса и конверсии рассказываю. Действительно, не нужно, я думаю, стремиться к тому, чтобы быть богатым и успешным. Нужно стремиться к тому, чтобы быть счастливым. Поэтому все вот эти камеры, все у меня автографы берут второй день. Мне это не очень нравится, потому что, ну, не нужно уходить туда. Нужно стремиться к счастью, да, а не к тому, чтобы там о тебе знал весь мир.